Громила, ответ. Ты, Муси. Я тебе всегда говорил, что ему нужно убирать, а не похищать. Руки убери. Ну, соображать-то надо. С тобой невозможно спорить. Боже мой. Хоть кто-то за меня заступился. Действительно, почему? Кто это сделает? Бросим жребий? А? Что? Ты... Действительно. Какая умная женщина. Очень умная. Но ведь это же... Хочу верчу, запутать хочу, кручу, верчу, запутать хочу, все будет честно. Так, кто первый? Я пустая. Теперь либо ты... Где один, там и двое. Не бойся, ничего не будет. Я не могу. Ты уже 20 раз его пыталась убить. Мы уже столько устраивали этих убийств. Я знала, что с ним ничего не могу убить брата. Ну я-то могу, он-то мне то. А я тебе тоже не дам. Что ты сейчас видишь? Я ничего не вижу. Маленький. Сейчас. Маленький. Не слушай их. А я бы на вашем месте, знаете, не сидела, отбегала бы и посмотрела. А еще я вижу, что дом окружила милиция. И что они сейчас будут тут. Прямо сейчас. Сейчас. Все. Она там с ним. Люблю. Ну не надо, Громил. Мы пошутили. Так это и насчет милиции тоже обманули? Я же знаю, Гришка с тобой. Как он мне надоел. Тебе подсказывает твой дар. Нет, я тебя просто люблю. Я возьму и подойду. А? Я же предупреждал. Антонина меня...